Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым выпуску. У сувязі з тяжкой життєвої ситуації каля 200 жыхароў в області вызваленыя ад выплаты збору на фінансаванне дзяржвыдаткаў за 2015 год. Сёння на канале «Беларусь-4» адбудзецца прэм'ера цыкла праграм «У тэме». У Гомелі прайшоў міжнародны фестываль «Святла». А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. До 20 лютого працаздольные громадяне, которые в 2015 году не працавали, повинны выплатить сбор у 20 базовых величинь. Каля 200 человек у сувязи с тяжкой ситуацией от выплаты сбору в регионе вызволены. Такие даденные на 1 лютого поведомили у областной податковой инспекции. Однако реальная колькость тех, кто отримал становчий отказ на свой зворот, будет большей. Рабочие группы по разгляде заяв громадян, створенные во всех районах в области, зараз активно працуют. До того же, еще не все решения комиссии официально затверджены органами мясцовой улады. Сярод наибольш распаўсюджаных причин, по яких громадянин полностью або частково вызваляется от выплаты сбору, сур'ёзное захворванне, вучоба, служба во узброенных силах, протяглые пошуки працы. Гэта повинно быть подтверждено адпаведнымі документами. Да інших тем. По факте гибели неполнолетнего у Речицким районе узбуджена криминальная справа. Хлопец загинул, катаючися на причепленной до машины камеры. Трагедия отбылася напередодні на дороге помеж вёской Озерщина и выездом на Светлогорскую трассу. Жыхар Речицы 1997 года нараджэння за рулем Форд Фокусу по просьбе двоих неполнолетних катал их на камеры от кола грузового авто. Камера была привязанная до машины буксировочным тросом. По передней информации, на закругленні дороги камеру занесла у кювет, где хлопца ударила об древо. У вынику один из них 1999 года нараджэння от отриманных травмов помер на месцы. Другие 2000 года нараджэння у тяжким стане был доставлен у реанимацию. На настоящее время в рамках уголовного тела будет проведено разбирательство и дана правовая оценка действия водителя. Подобное ДТП уже второе за эту зиму на территории Гомельской области происходит. И тоже с смертельным исходом. В Чечерском районе в декабре месяце также катал один из водителей своего друга на гимнастическом мате. И тоже он выскочил за пределы дороги и ударился о забор. Телерадиокомпания «Гомель» протягивает циклы специальных видеоматериалов, присвященных 100-годию с дня заснования белорусской милиции. У центра уваги – подвиги гомельских милиционеров, история становления ведомства, досягнений супрацовников и гучные криминальные справы. Мало кто ведая, але у литературного героя Остапа Бендера основал реальный правообраз махляр с Узбекистана Тургун Хасаев. Про его аферы у середине 20-х годов минулого 100-годия трубила вся советская пресса. Але записать на свой рахунок затримання махляра здолела только гомельская милиция. 8 красавіка 1925 года у кабинет до наместника старшини Гомельского губернского выконкама завітал добра апранутый громадянин, который представился наместником старшини Центральной выборчей комиссии Узбекистана и одночасово старшиней ЦВК СССР Файзулой Хаджаевым. Гости оказали ширый прием, бо он предъявил документ, который подтвердил стан его особы. Он рассказал историю о том, что ехал из Крыма в Москву, а на курорте у него похитили портфель, где находились все деньги и документы. И предъявил справку о своей личности, которая была подписана главой ЦИКа Крымской республики Вели Ибрагимовым. Сумнение на конт особо высокопоставленного чиновника закрались только у начальника Гомельского губернского административного отдела милиции Матвея Хаукина. Однако, глядя на это, гостю оказали все знаки поваги. Выдатковали на расходы 60 рублей, предоставили номер у гостиницы и запросили на фуршет. Однако нашелся человек, который смог разоблачить личность афериста. Им оказался никто иной, как глава губернской милиции Матвей Хавкин. Он нашел редкий на то время журнал «Красная Нива», где были изображены портреты всех руководителей союзных республик. И осуществил сличение портретов. Лицо гостя, хотя и было восточного типа, однако он не являлся настоящим главой ЦИКа Республики Узбекистан.
Подчас затримання махляр называл деяния супрацовников помылкой и пропоновал навод потелефоновать самому Сталину. Однако для такой досконалой проверки потребу не было. С Москвы на той момент уже пришла телеграмма, что Файзула Хаджаев не наведывал Гомель и не отпочивал на березе Крыма. Оказалось, что за чиновника высокого рангу выдавал себе осужденный за подлог рецидивист Тургун Хасанов. До визита у Гомель он ожитявил блискучее махлярское турне. На рахунку узбекского комбинатора были несколько десятков подманутых керовников буйных городов – Новороссийска, Ялты, Симферополя, Полтавы, Харкова, Минска и так далее. В это же время сотрудниками милиции была обезврежена жестокая банда, крупная банда – это Луговского Креса. И на фоне такой обстановки происшествие с аферистом Хасановым, оно как бы воспринималось только как эпизод, достойный фельетона. Резонансная справа становча поплывала на карьеру начальника губернской милиции Хаукина. А вось фельетон про афериста Хасанова, який был надрукаваны у газете «Правда» под назвой «Знатный подорожник», натхнил письменников Ильфа и Петрова на створение романа, у яким правообразом Остапа Бендера стал махляр, затриманный менавито у Гомеля. И не выключено, что коли б не мясцовые правоохоўники, твор, який так дуже полюбили советские и сучасные читачи, николи б не з'явился у литературы и кино. Александр Гамоля, Дмитрий Радян, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у эфира «Беларусь-4» стартует новый цикл программ «У теме». 3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. Каждый выпуск – это отказы на важные и актуальные питания. Опошние измены у законодавстве, нюансы юридичного и податкового права. Размова про то, что цікавить каждого, с уделом компетентных экспертов. Сегодня на питание откажет старшиня областной коллегии адвокатов Сергей Ефимович. Глядите первый выпуск программы «У теме» у 15:45 и 20:45 на телеканале «Беларусь-4». У Гомелі прайшоў другі міжнародны фестываль «Святла». Яго ўдзельнікамі сталі салісты і творчыя калектывы з краін блізкага і далёкага замежжа. За яскравым шоу назіралі нашы корэспандэнты. Уразіць і крыху шакіраваць. Арганізатары шоу «Святла» сваіх мэт ніколі не ўтойвалі. Тым больш, што сёлета фестываль у Гомелі прайшоў у другі раз. Пэўны вопыт ўжо ёсць. Напярэдадні гала-канцэрту правялі адборачны тур. Некаму парэкамендавалі падрыхтавацца больш прафесійна і прыехаць у наступным годзе. Але такіх аказалася зусім няшмат. Участнікі ў нас в этом году представлены странамі Беларусь, Расія, Украіна. І в этом году у нас первые гости из Латвии. У нас очень интересно вернулись ребята шоу «Пульс». Сегодня выступят, их не было несколько лет в стране. Фестываль «Святла» – мероприемство, якое не мае аналогов у Беларуси. Причем это не просто нумары с выкарыстанием специального реквизиту и костюму. По сутности, это эксперименты со «Святлом» на межи эстрадного и циркового мастерства. Появились новые такие технологические возможности – пиксельные ленты, светодиодные ленты, то есть различного рода контроллеры, которые позволяют разные режимы использовать и так далее. Вот. И я как бы лонгирую ситуацию по СНГ, по странам дальнего зарубежья, то есть какие тенденции наиболее актуальны. Тайны чараўніцтва и магия святла. Светловая иллюзия, темра, якая заполнена чароўным святлом. Дея на сцене сапраўды казалася нечым нереальным и захапляючым. Светловое шоу народилось от шоу огню. Але, як признаются сами артисты, выступать со светлодиодным реквизитом больш складана. Световой реквизит, он более требователен к технике, потому что огонь, он размазывает, он скрашивает, ты где-то что-то неровно провел, огонек все это так смазал. А реквизит, который световой, он очень требовательный к рисунку и гораздо больше труда уходит на отработку именно чистоты рисунка. Дарэчы, только сценичными выступлениями другий гомельский международный фестиваль «Святла» не обмежавался. У его рамках прошли еще и мастер-классы по актерским мастерстве. Мяжи удосконаливания у этом виде мастерства не бывает. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Гамельчанин Уладислав Костюченко вышел у наступный раунд шоу «Хвилина славы» на одном из российских телеканалов. 23-годовый хлопец занимается футбольным фристайлом. Менавіта труками с футбольным мячом он спробовал сдивить журы конкурсу, и у него отрымалось. И хоть меркование экспертов на початку поделились, Уладислав Костюченко все ж таки трапил у наступный этап. Гэтая, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.com.
«Забивай». На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Гнатенко. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у эфіры.